Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Димка, и сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Здорово, ребят! Ребят, сегодня мы в Бимке, сегодня у нас максимально необычный видос, потому что сегодня, во-первых, я с вебкой играю, и также сегодня у меня есть руль. Ребят, сегодня мы устроим спуск с горы без тормозов в BMNG Drive, я буду сегодня на руле. Это будет весело и прикольно, потому что я думаю, стопудово будет каша, потому что я однажды записывал уже прыжки через мост, максимально было необычное видео с прыжками через мост на руле. Сегодня испытаем руль, получается, на спуске. Все очень просто. Мы спавним с Димоном машины рандомно. Спускаемся с горы. Цель — выжить, не разбиться и объехать всех ботов, потому что ботов у нас сегодня здесь много. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Итак, мы пока с тобой спавним машину рандомно, поэтому поехали, грузим. У меня это под самое начало. Ешка 63 AMG. Слушай, ну как будто бы вид имеет. Чероки? Да, о, да. Это быстро, это хорошо. Так, ладненько, в принципе, я готов, наверное, я не знаю. Давай отсчеты, будем мы стартовать. 3, 2, 1, полетели. Ой, я, братан, перепутал педаль. Все, я готов, давай, я блондинка, давай счет. 3, 2, 1, полетели. Погнали, давай. Окей. Нормально едешь. Ну, я пока прямо, потому что еду, конечно. Что здесь ненормально-то? Так, ну... Как будто бы мне нужно было поудобнее сесть, честно говоря, но... Да, ой, ребята. Понял это. Что происходит впереди? Что там за авария? Спортивное сиденье там тебе надо поставить. А, да, спортивное сиденье. А что случилось-то с ней? Я не понимаю, а что с ней случилось-то? 400. А что там у тебя? Она просто ехала прямо, и руль пошел влево. И все. Что? Ну я все, я в тотал-мотал, размотал, понимаешь, что как бы... 440 у меня. Я закончился. А что, я не понял, это было сейчас? Я не понял. Ну ладно, Диман летит. Ой, я, походу, тоже закончился. Как будто бы ты сейчас бота словишь. О, какая авария! Ай, мать! Это вообще, ребят, это просто реально мотал тотал, короче. Димка размотался, поэтому... Ну все, твоя основочка. Так, я не понял, в чем прикол. Я ехал прямо, у меня просто руль пошел влево. Как-то я ее не удержал, и все, как бы. Ну, короче, ребят, это новый экспириенс для меня, честно говоря. Потому что я еще на руле не спускался ни разу. Поэтому пока, обратно, Диман, вставай. Пока в этом раунде по нулям, ни себе, ни мне, как говорится. И мы с тобой меняем тачки, да, пока смотрим. Так, BMG-шная машина мы не считаем, они не нужны вообще здесь полностью, нафиг. Lancer Evolution какой? 7-й, неплохо. Пока BMG-шная у Димки тоже машина выпадает. Ребят, уж тоже, в принципе, ну как бы, а что здесь, почему я так размотало, я не понял, реально, как бы. Вроде как ехал по-нормальному, на самом деле. А, реально, покажи. Какой Колян? Что-то тяжеленький загружается. А, слушай, ну... Неплохой, окей. Давай отсчеты, будем мы стартовать. Давай, 3, 2, 1, полетели. Погнали, давай. Так, ну, как будто более овощной вариант, на самом деле. Поэтому... Ну, так, это что за кнопочка? У меня. О, у меня аварийка есть. Класс, у меня аварийка есть на клавишу на руле. Ладно, поехали, смотрим. Надо бы как будто бы подальше сесть от руля, честно говоря. Вот что с ним? Почему он опять руль стал тяжелый? Почему? Что случилось? А, это понял, типа на скорости, понял, да? Рулевая рейка так работает. Бля, да? Это что ты тут делал-то? Ты что, братан? Прям я в понял. Самом низу. Я понял. Ну я... Я еду, ну, пацаны. Да. Чё там? Чё там, где молчился, я не понял. Расскажи мне. Я еду. Еду 90. Нормально все, да? Нормально все. Права покупают блондинки всякие. Я вообще еду, мне как бы, пацаны, вообще нормально. Нормально, я еду. Все, поехали. От первого лица, поехали. На аварийке. У меня вообще, у меня ограничение такое, что как будто бы я даже не еду. Меня почти боты обгоняют. Ну, короче, ну, это, да. Видимо, мой первый балл ведь, скорее всего, в этом раунде. Или что случилось? Ну да, все, спокойненько, просто еду. Просто, ребят, еду. Повезло просто тебе, слушай, даже не трогаю руль, просто еду. Она едет сама. Это овощной спуск максимально получается. Ты как бы жив еще, или ты все убрался, скажи мне? Да, я все уже, да, не, все. Ты прям закончился, получается, да? Ну, прям ограничение на лансере есть какое-то, поэтому, ну, ясно. Овощной спуск, но мой балл в этом раунде получается, что я зарабатываю. Да, я спокойненько доезжаю, без каких-либо происшествий. Руль просто почему-то бьется, как будто бы я по камням еду. Ну, и доезжаю до финиша в итоге. Воу, все, ребят, доехал. Окей, ушки, хорошо, это просто мой один балл. Димка вот у нас стоит в заборе. Окей, пока, обратно возвращаюсь. Ладненько, у нас раунд номер 3, поэтому продолжаем, пока мы с тобой грузим тачки. У меня это... О, брат, Чероки, у тебя был такой вроде в прошлом раунде, который ты разложил, да, получается? Да, но... да. Окей, ну-ка, он мощный у меня, интересно, или нет?
А если ты улетел, то обратно пока просто респонись и все. Слушай, ну, ого, он реально такой прямо тяжеленький, ребят, на самом деле, максимально. А ты где? Ямат, Диман, там в точке, гляньте, вдалеке просто. Куда улетел, братуха, ты где есть? Ема, слушай, ну как будто бы битва американских автомобилей, поэтому это будет весело. Давай, отчеты будем мы стартовать. А, 3, 2, 1, полетели. Погнали, давай. Так, ладно, окей, смотрим. Воу-воу-воу. Братан, я с удовольствием бы тебя объехал. Что загружается у меня опять? Что там делаешь? Я ничего не вижу. Делаю, просто еду. Я не вижу ни хрена из-за этого багажника сверху, пацаны. Приходится одной рукой рулить, второй мышку как бы регулировать. У тебя Крайслер, да, там получается какой-то? Да, 300 еду. 300. Ты разложился или что? А, нет, ты едешь. Да, блядь, да что как? Что творится? Как? По-моему, ты что-то слишком жестко как-то дергаешь рулем. Да-да, ну как бы это просто я его максимально сделал так, чтобы он не разбился просто. Ну я все, да, я что, почему не еду? Почему меня загружается вообще? А почему вот я не еду, 330 вопрос? 330 я взлетел. Ты взлетел, да? Ну все, ребята, она мне вправо просто едет сама, поэтому, ну все. Короче, я рулил как мог, скажу по-честному, я просто рулил как мог, я держал его до последнего. Но прикол в том, что в этом шоу нельзя по тормозам прожимать, понимаете? Поэтому, ну, да. Я рулил как мог и все. Ясно, ребят, все, она у меня не едет. Прямо она у меня влево, вправо, точнее говоря, едет, поэтому... Ой, меня поломало. Димка доехал до финиша, балсу заработал, ну а я, ребята, как говорится, в тотале мотали, все, я размотался, поэтому. Ладненько, пока, брат, вставай, Димандос, у нас новый раунд, и ну, этот кунг сверху еще огромный, вот я из-за него нифига не увидел, сейчас вам скажу, поэтому меня... О, Ламба, слушай. Ламба, это как будто бы... У тебя Audi A6, тема, слушай, нормально. Да, да. Аппарат хороший, честно говоря, давай отсчет. Раз, два, три, полетели. Полетели, давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я вот не знаю, что-то честно, слабо. Вот. Слабо? У тебя? Да, да. Сейчас разгонишься, думаю, скорее всего. 150. Так, осторожно, пацаны. Главное, чтобы... Вот ее уже потихонечку начинает как бы кидать по сторонам почему-то, не понимаю. Из-за прыжка этого, что ли? Пока нормально. 380, еще. 350. Че по скорости, пацаны, все нормально? Ой, это как будто бы идеально просто идет. Чероки как бы его размотало быстро, почему-то, на ровном месте. 260. А вот Ламба просто, ребята, имба, реально. Ну я еду вообще на имбу, просто изи. Скорость хорошая, почему-то ботов нет еще, однако, слушай, честно говоря. Но... Они где-то все внизу, походу. Похоже, да. Я изи еду. Какая скорость, братишка, расскажи мне. 250. Я чисто аккуратно наеду. А вот и боты. А почему он едет вверх? Почему бот поехал вверх? Чё? По-моему, я доезжаю. Я доезжаю, ребят. Ну просто изи. Далеко блядь. Проплыл? Да, я думаю, тебе смысла ехать вообще нету, честно говоря. Я думаю, остановись и все. Ты думаешь? Да, я прям очень уехал хорошо, поэтому остановись и все, не едь никуда. Я слышу в твоем голосе, знаешь, вот чуточку перчиночки, да? Причиночки обмана и лжи. Да, ну ясно, да. Я вообще не уехал, поэтому да, ты, видимо, добираешься. Опять-таки, правило, что если мы по воде проезжаем дальше оппонента, то мы экстра балл зарабатываем и зарабатываем балл. Поэтому я балл зарабатываю за первое место, а Димка за дальность проезда. Поэтому здесь у нас ничья в этом раунде. Да, это мне максимально не нравится, поэтому меняем тачки, поехали. Да ненормально нифига это. Так, это, ё-мо, это BMW-шная, меняю. Форд? Меня это Джеска. Ля, это очень прикольно, честно говоря, на самом-то деле. Меня Кюниксак Джеска. Да-да-да. Ладненько, окей, будет весело, да? Две реально быстрые тачки, очень быстрые, причем тачки. Давай отсчеты, будем мы стартовать. 3, 2, 1, полетели. Давай. Ема, прошли. Куда ты? Она, братан, у нее проблемы с зацепом прям лютые, на самом деле. Поэтому... Да я уже заметил. Не исключено, что сейчас она просто в сторону полетит куда-нибудь, поэтому пока держусь. 310, пока держусь. 320. 450, 460, 480. Какие 500? Какие 560. 500? 510, пацаны, что? 520. Это самая быстрая тачка, на которой я спускался. Чего? Куда? Разлетелся? Куда? Что там у тебя? Я не знаю, как тебе объяснить. Я удержался! Ну неужели я до финиша не доберусь? Ну да ладно.
Ну да ладно. Вижу твои части. Обломки. Да ладно, ну так летел. Кусочки. Колесо мое, колесо. До финиша доберись. А Димка добирается до финиша в итоге. У меня скорость была 520. Я просто полетел, понимаешь? Я вот в моменте просто полетел. Ну это понятно, да, это слишком было много. Ой, божечки, кошечки. Короче говоря, ясно, это был Димкин в этом раунде. Но слушайте, я, конечно, мог, наверное, скорость сбавить, но просто я так быстро еще не ездил на спуске, поэтому я не мог обойти стороной возможность испытать тачку на такую скорость. Ладно, пока меняем тачки на другие. О, фера. Что-то тяжеленькое. У меня тоже фера, хотя какая фера? Красная. Ух, да с тобой одинаковые, только у меня две феры, бро, я выиграл. Что? У меня мини-фера еще на крыше. Мини-феррари получается у меня на крыше стоит. Это две жизни? Ну, получается, да, давай отсчет. 3, 2, 1, полетели. Давай. Ты быстрее. Она дрифтит, пацаны. Я отпустил газ, потому что, ну, на руле это максимально не очевидная ситуация. Ёпта. Доброе утро, да. Ограничение. 342 максималка, чё? Да, такая же ситуация, бро. И мы-то просто идем очень близко. Очень близко с Димкой идем, понимаете? На, с калаша по тебе. Не-не-не, не нужно этого делать, бро, не нужно. Ты почему-то отдаляешься, не понимаю, почему ты отдаляешься. Ну, у меня 343, я даже вижу. У меня вибрация иногда пошла в руль почему-то. У меня 343 тоже есть, но почему-то ты отдаляешься. Как это работает? Не, такое ощущение, будто мы максимально одинаково. Блядь, откуда бот там взялся? Откуда там бот? Да, он мне пол морды оторвал, да. А мне он оторвал этот боковое зеркало. И все? Ну да. Он типа прям черканул меня. И типа ты жив еще получается или что? Типа да, типа я поехал. Он чисто черканул меня и все. У меня колеса нет туда, да, что ли? Еще? У меня еще колеса нет правого, да, еще колеса нет, пацаны. А, ну все, тут вообще не знаю, как она живая, потому что она без кардана осталась. Ну все, она сдохла, получается. Это просто, ребят, вы это видели? Это какой-то скример. Это был просто скример, я отвечаю. Просто ехал, и Димон доехал, конечно. Он обратно поехал. Реально, будто ехал наверх почему-то, и в прыжке просто вот я словил его, ну, лоб в лоб, получается. Это жесть. Короче, ладно, пока обратно, ребят, вставайте. Вставайте, Димон, ты вставай обратно. Да, меня пока с тобой тачки. Давай. У меня это додж какой-то выпал. Ёпс твою мать. Диман стал мостом. Ну, в принципе, неплохо, на самом деле, скажу по-честному, поэтому... Что там такое? Ты где вообще? Откуда делся? Это Мустанг без колес. Не, это Пантиак, да, но меня не считается. У тебя пока BMG-шная и тоже BMG-шная. Ты, может, брат, пока встанешь ко мне, если поближе? Да, Ешка. А какая тебе Ешка? Это E55 AMG, пацаны, ля, это прикольно. Давай отсчет. 3, 2, 1, полетели. Погнали, давай. Так, ну как будто бы... Что делаешь? Ты что делаешь? Я так толкнул слегка. Да. У меня аварийка, видишь? Не подходи ко мне. Блять, братан. Едь быстрей. Да я, конечно, да. Братан, ты что ты делаешь? Блять! Боты? Поймал? Да. Нет. Но это мне ответишь. Что ты делаешь? Что ты просто человек, а? Помогай уже. Я удержал. Блять, ну это. Сомневайся. Ну ты, блять. Ты тоже убрался? Да, ты меня спанул же. Нет! Давай. А у меня колеса нету переднего, одного правого. Да? Да, поэтому. Сейчас мы устроим твой взрослый паровозик. А ты едешь еще, типа, тебя все окей? Да. А, ну я нет, я все, я сломался конкретно. Ну, еще и бот догнал. Ну не, все получается, я встал. Ой, боже мой, ну это просто, Дима, ну ты, конечно, вообще поступил как человек, на самом деле, настоящий, да? Ну, я помогал, да. Помогал как мог, да ты поешь в итоге или что у тебя произошло? У меня с колесом я не поворачиваю. Все, ну, да. Да, все, понятно. Да. Ладненько, новый раунд. Ну, видимо, нужно, ребята, как-то постараться сейчас, ну... Димана-то как бы обогнать хотя бы раз, то как бы на руле реально сложно, я отвечаю. Пока меняем тачки. О, Lamborghini Urus, бро, Lamborghini Urus. Это реально очень хорошо. Это просто супер хорошо на самом деле. Поэтому так это первого лица так, можно видеть. Я менять. Покажу. Lamborghini Urus. И у Димана тоже это ламба. Слушай, прикол на самом-то деле. Я так-то... Я тебе скажу, на самом деле, да. Окей, ушки, ребят, у меня... Я перешел на ручную коробку, поэтому давай что-то будем мы стартовать. На давай, ручной коробке, 3, на лепестках. 2, 1, полетели. Давай.
Да не хавай ты меня. А что мы с тобой сделали сейчас? Скажи мне, пожалуйста. Ну, ты меня как-то хавнул. Ну, у меня беда. А ты как? А, у тебя как будто пневма лопнула. У меня левое колесо доминусовалось почему-то. Ну как почему-то, я бы тебя вот как бы сломал. Седьмая передача, слушай, нормально. Мануалку перешел, короче, пацаны. М7 у меня скорость, нормально. 350. Восьмая передача на Урусе, прикол. Жух. Видал? Видал. А ты видал? Жух. Видал? А ты видал? Я не вижу тебя. Ну это трындец просто. Как я засейвил? А, ты ударился? Как? Я полетел. Пожалуйста, рулись. Пожалуйста, я себя очень... Нет, я... Ты все, да, убрался? Закрутило. Пока нет. Я Димана вижу. Но могу. Диман полетел. А я поехал. Капзда. Я доезжаю, пацаны. У меня подушки стрельнули, я все. Все, я тоже все, приехал. Фух, короче, все, ладно. А ты где? А ты все тоже приехал, получается. Ты стал, да, к сожалению. Ну ты, конечно, ползешь, но в город ты не заберешь, скорее всего. Минус два колеса у Димана сзади и спереди, да. Я понял, да. Ребят, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Всем удачи и всем пока-пока. Всем пока, ребят.